Всем доброе утро, мои дорогие. Как ваше настроение? У меня, честно говоря, не очень. Я еду на работу. Вот, сейчас через 5 минут я опоздаю на работу. А дальше что? Иду в бабушкином пальто. Такая пухлая вообще. Такое ощущение, что я сотку вешу. Господи. Это ужас какой-то. Я в шоке. Он даже лицо как на бочку смахивает. Ужас. Даже не знаю, что мне делать в такой данной ситуации. Надо денег сейчас подзаработать и купить что-нибудь полегче. Ну, чтобы не казалось, как бы, чтобы не было у меня ощущения, что я сотку вешу. Хотя, кто его знает, может быть, реально я сотку уже вешу. У меня весов нет дома. Сегодня утром проснулась, подумала о том, что нужно это фитнес-зал походить. Вот. Вот о чем сегодняшнее утро у меня. Ой, всю ночь, блин, не спала. Так, непонятное такое состояние было. То ли, может быть, это, может, с погодой связано. Я не знаю. А еще у меня депрессняк. Короче, не знаю, может быть, вы верите в эту фигню, может быть, нет. Но я лично верю. Вот. И такая фигня. Я нашла номер, короче, гадалки. Думаю, позвоню. Это было 2 дня назад. Ну, у меня денег, конечно, не было, на карте сотка была. Вот, я говорю, ответьте мне на вопрос один. Когда я выйду замуж? Когда у меня будет семья? Вот, и она такая гадает, гадает. И говорит, на тебе венец безбрачия. Я такая, что, ёпти? Какой еще венец безбрачия? Это ужас просто. Вот, и откуда он взялся вообще? Думаю, ладно. Она говорит, клади 3000 мне на телефон, на карту, по карте. Вот. Я тебе его сниму. Ебать. Думаю, может быть, я из-за этого килограмма набираю. Жесть, конечно. Вот такие вот на сегодняшнее утро у меня проблемы. На работу вообще не кайф идти. Лицо опухшее, это ужас просто. Ой, уже рука затекла. Блин, где ж ты, мой принц? Я тебя жду. Ой, надо такого принца мне найти, который не боится венца безбрачия. Ну, фиг его знает. Вот, я во всю эту фигню верю. Я на работу опоздала. Блин, я каждый день опаздываю на работу, если честно. Ладно, дорогие мои. У меня уже рука отекла держать телефон. Я ж уже, походу, сотку вешу. Вот руки быстро отекают, когда много килограмм девушка весит. Да и не только, когда девушка весит много килограмм. Вот. Это самое. Мне надо бежать на работу. Трындеть я с вами заканчиваю. Вот, в общем, у меня такой у вас вопрос. Если кто знает, как снять венец безбрачия, вдруг он действительно на мне есть, напишите мне в комментариях, как эту фигню снять. Вдруг я способна снять эту фигню. Ну, как бы так. Пока.